Татьяна Патрасиенко стала 10-тысячной обладательницей карты жителя Самарской области. О новинке узнала от коллеги на работе и решила обратиться в банк-партнер за оформлением. Рассказывает, что была удивлена, когда поступил звонок от сотрудника с поздравлениями. Это очень как-то необычно. Не ожидала, я не думала даже, что так может быть. И это очень удобно, потому что в одной карте сразу все. Я думаю, надо попробовать. Ну, то есть там и транспортная, и скидочная, и как бы банковская карта. Я вот как бы только получила, поэтому, когда узнаю все возможности карты, я думаю, я буду вас пользоваться прям по полной. Карта жителя Самарской области выпускается на базе платежной системы «МИР». С ее помощью можно получать скидки от партнеров проекта. А с начала этого года владельцы карт могут использовать их при посещении поликлиник в качестве аналога полиса ОМС. В ближайшее время совместно с областным министерством здравоохранения будет разработан и внедрен сервис «Электронный рецепт». На портале «Карты жителя» развиваются сервисы в сфере культуры, туризма и спорта. В ближайшее время появится возможность оплаты экскурсий и регистрации на спортивные мероприятия. С точки зрения туризма мы хотим реализовать следующую функциональность в этом году. Это формирование интерактивных карт, где будут размещаться наиболее популярные туристические маршруты, где можно будет составить свой собственный туристический маршрут. Уже сейчас реализована интеграция с порталом Культуры РФ, и в прошлом году мы уже на портале опубликовали больше 8000 анонсов по тем или иным мероприятиям, которые у нас в регионе проходили. Оформить заявку на получение карты жителя Самарской области можно онлайн на интернет-портале продукта. Для этого необходимо авторизоваться через госуслуги. Также можно подать заявление лично в любом офисе банков-партнеров. Для этого потребуется предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Оформление карты бесплатно. Срок изготовления составляет от 14 дней. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.